2013 года, Белгород, Герасимов Даниил, Куликова Юля.
Дальше стоять, то ли ближе стоять, то ли крутить, то ли плоско бить, хрен просышь. Шо лучше пойти? Сейчас посмотрим, что ты решил. Что-то ты медленно вставал. Да не, я упал уже настолько, что это, блин, никакой скорости бы не хватало. Ноги впереди меня, как мне вставать. Ты как экспресс опоздавший. Уже ровно. Что за херня? Не заметил, ладно. Подумай, 15:30.
Прям припадающий, прям в глаза, представляешь, капать? Второй раз. Это ты не избавишься. Thank you.
Да я не против, Юль. Чё? Да какая, ну блин. Тебе там все равно виднее было. Скажу, что попал, что-то возьми. Третьего удара не играется. В сторону. Куда тебе подать? Косячка. Я, конечно, по центру ударил второй мяч. Можно было и в бок его немножко. По линии. Туда же второй. Туда же. Да, мне понравилось. Где бы еще жесткость не в руке была. Куда тебя ходить? По линии. Косяка. Крученую или плохо? Крученую. Сетку потом? Да. Сработали. Держали гейм.
Давай. Ты Юлю пригласит на те корты. Вот где будет матерщинка, да? Сергей должен божественными силами свалиться. Она так по фэншу не должна быть. Нет. Блин, когда не попадает, я принимаю от души. Когда попал, я тебя дурачу. Вот сейчас у тебя же можно, как говорится, на очко забить. Ну и прими от души. Дело в том, что ты понимаешь, отскоки они то, блин, чуть-чуть. Ну понятно, понятно. Проскользят. Если есть возможность. И ты хрен уладаешь. Уже не выносишь быстро, оно куда отходило. Ты, я ж тебе говорю, от души надо было бить. У тебя было пара возможностей шарахнуть. Да я пытался, чтобы как-то не открыть. Расслабься. Попал. Вот сейчас будет возможность. Ну, знаешь,
излишнее старание, сам знаешь. Считай, что она промахнулась. Оттяни ударчик. Так тяжко. Скорости нет у меча все равно, да? Ну, нет, конечно. Коротковато, она спокойно подходит на своих кроссовочках. Она с этого резаного очень комфортно отскакивает. Ну, я ж не доставал, чем мне еще отбивать? Ну, да понятно. А подальше трудно тоже ударить. Божественные люди.